Видишь, вот какое чудо! Остров на море лежит, град на острове стоит, с златоглавыми церквями, с теремами да садами. Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. Белка там живет ручная. Ах, затейница ж какая! Белка песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые, все скорлупки золотые. Ядра чистый изумруд. Слуги белку стерегут, служат ей прислугой разной. И приставлен дьяк приказный. Строгий счет орехам весть. Отдает ей войско честь. Из скорлупок льют монету, допускают вход по свету. Девки сыплют изумруд в кладовые, да под спуть. Все в том острове, все в том острове богаты. И замет, везде палаты, а сидит в нем князь Гвидон. Он прислал тебе поклон. Можно я хоть что-то скажу сегодня? Можно ты хоть белочку ее попутаешь, что не будешь горішками розкидувати? Белочка з горішків ізумруди витягувала. Белочка озорница. Ізумруди. Ізумруд витягнула. А з них і золотий скорлуп монети льют. А тепер ви повинні додзвонитися до нас, щоб відповісти на наше запитання. Що ж це за казочка щойно була перед вами? Алло! Алло! Ну де ви? 238-80-01. Скажіть, хай тато, мама набирають швидко наш телефон, тому що вам вже треба виграти наші подарунки. Ось вони, ой, Юрка, ось вони, наші книжечки. Ой, Юрка, як покажуть подарунки! Від видавництва «Казка». Алло! Да, що-то тяжко сьогодні. Алло! 14-й день. Алло! Алло! Здрасте! Здрасте! Ви хто? Міша. Міша? Да. Михаил. Дай Боже счастья, здоровья, Михаил. Хочешь нам рассказать правильный ответ? Ой, что за сказка такая? Да. Что за сказка такая чудная? Сказка Пушкина. Как сказка называется Пушкина. Эта сказка? Ой, у меня с орехами все плохо сегодня. Это орехи падают, чайки. Орехи, сказочник, орехи. С Мишенька. Какая, да. Как называется эта сказка Пушкина Александра Сергеевича? Царь Гвидон. Царь Гвидон, ну нет же. Там длинное название. Дяденька тебе подсказывает. Сказка о царе. О царе Салтане. Гвидоне. Мишенька, молодчина. Сказка о царе Салтане. Абсолютно верно. Винни-Пух. Дивите, как книжечка. Вовки, семеро козенят, це вже, Мішенька, це ти подаруєш своїм молодшим друзям. І Лускунчик, цю книжечку теж можеш подарувати своїм молодшим друзям. Ну, а тепер тримай.